Здравствуйте, дорогие друзья. Премьер-лига на втором поле доигрывают свои несыгранные матчи Бриз и ЗСБК. Сразу хотелось бы наперед отметить то, что у команды Бриз сейчас подъехали почти все футболисты. Барвинский, Горбач, Охрименко, Михальцов, Стрельченко, Зубарев, Савчук и Сюзнев Роман. У команды ЗСБК Лещенко Дмитрий, Цалик, Лещенко Константин, Зуй, Мазуркевич, Патернак и Прокопец Евгений. Вот такие составы. Достаточно жаркий день, учитывая, что у нас было намного прохладнее всю неделю, а вот пятница, суббота и воскресенье температура всерьез поднялась, и уже вчера, я бы так сказал, достаточно трудно показывать хороший темп днем. И эта игра как раз выпадает на день для премьер-лиги. Посмотрим, кто более готов физически, но также хотелось бы отметить, что команда Бриз, часть коллектива играла в Киевраде, часть в самом Бризе, и сегодня у Бриза две игры, вчера было две игры у Киеврада, аж целых четыре матча некоторым футболистам предстоит сыграть. Но вот как раз с физической подготовкой у этой команды всегда был неплох. Охрименко. Зуй. Цалик, Евгений на Константина Лещенко. Лещенко Константин снова на Цалика. ЗБК перепасовывается. Они сегодня в оранжевом. Стрельченко Максим. Зубарев. Сюзнев Роман. Сюзнев снова с мячом. На Стрельченко. Зубарев будет раскачивать. Ну, неплохо в стенку сейчас разыгрывают. И 22-й момент. 22-й номер имел супер момент только что. И возможность забивать. Охрименко разыграл угловой. Сюзев пробовал на Зубарева. Лещенко. Дмитрий, рывок. Смело, почему бы нет. Цалик на Константина Лещенко. Снова Цалик. Дмитрий открыт там, но вот сейчас уводит за собой игрока и убегает в зону. А что дальше? А дальше точный пас на Охрименко, на соперника. Охрименко на перекате убегает влево. Попробовал прострелить, не получилось. Лещенко. Барвинский сегодня на воротах. Ну, правда, есть и Горбач, который, я думаю, тоже желает постоять на воротах. Лещенко Константин. Цалик. Зуй. Снова на Дмитрия Лещенко. Константин. Стрельченко на Охрименко. Снова Стрельченко Максим. Ищет, куда сыграть. Играть на Сюзева. Сюзев на Охрименко. На
Прекрасно было бы, конечно, если бы удалось завершить это забитым мячом. Зубарев играл на Стрельченко. И такой тончайший перевод от Максима наблюдался. Лещенко Константин. На Цалика. Константин Лещенко на Прокопца. Евгений просто черваком вперед. Навешивал. Ну, друзья, начнем с того, что ЗБК, конечно же, непросто сегодня будет сыграть, будем так говорить, в максимально предельном темпе. В сезоне не так хорошо не складывалось. Ну, фалит тут Константин Лещенко. Ребята, ну проснитесь, блин! Михальцов. Обыгрался Зубаревым. Сюзев. Зубарев снова на пятерку. Бриза. Михальцов. Ушел в поле. Не стал сбрасывать пяткой. Прокопец. Как хорошо вбрасывает на Дмитрия Лещенко. И пробивал десятка ЗЗБК. С правой ноги, почему бы нет. Зуй. На Лещенко. Константин на Дмитрия. Хорошо уходит Дмитрий и играет точно на Цалика. Евгений тут поехал опорная нога специально, на самом деле. Играл желтой. Играл рукой, и желтую карточку можно было бы, конечно, дать. Но тут видим, что... Желтые пробивают. Фола там не было. И отложенный желтый фол. Сюзев. Придерживает мяч Сюзев. Играет назад. Снова Роман. На Хрименко. На вратарскую, пожалуйста, мяч вводим. Прокопец. На Лещенко. Зуй, снова на Лещенко. Просто супер шанс забивать сейчас. И пока что мы без голевых завершенных моментов. Матч просто со счетом 0-0 проходит. Много каких-то шансов уже было у одной и второй. Но не сказать, что доверенного прям потерял кто-то. Лещенко в центре. 3 в 3 сейчас пробует разыгрывать. Зуй. Барвинский зафиксировал мяч, тут же бросил на 11 номера. Савчук. Владимир на Сюзева. Роман снова на Савчука. Продолжает перепасовываться. Здесь мяч, пожалуйста. Желтые. Михальцов на Стрельченко. Решает здесь Владимир пропустить. Зубарев на Стрельченко. Лещенко.
Дмитрий. Играет точно на Мазуркевича. И есть она, атака. С завершением Константин. Лещенко забивает. С передачи Мазуркевича. Первый гол в этой встрече. Разыграли Бриз. Теперь они должны отыгрываться. В 9-й минуте удалось забить команде ЗБК, если правильно фиксирую я время старт самого игры, потому что нет электронного табло. Не так хорошо мы и четко контролируем время матча. Лещенко Константин на Дмитрия вырезает передачу. Сохранил там на самом деле Дмитрий. Максим Стрельченко. По всей видимости, как раз таки на Барвинского адресовал передачу. Но Михальцов ее себе, будем так говорить, оформил. Капец. Евгений на Дмитрия Лещенко. Ну так, забивает за ЗБК Мазуркевич, Вадим. Два мяча, очень быстрых. Есть за командой за ЗБК. Не знаю, как Табрис... Немножко расслаблен. И, наверное, это все-таки как-то влияет на ситуацию. 11-я минута у нас уже истекла. Первого тайма, я напомню, 2-0. Ребята, да, к сожалению, ветер переворачивает, поэтому судья все фиксирует, не переживайте, а я записываю. Прокопец на Цалика, Мазуркевич, Константин Лещенко, Зуй. Евгений Прокопец. Мазуркевич достает передач. Неплохой уход. Да, не левша Константин, но и оттуда на самом деле может пробить хорошо. Тюзев. Мазуркевич вытесняет его за пределы поля. Тюзев на Стрельченко. Снова Сюзев. Зубарев. Прокопец Евгений загружает вперед. Тут Охременко все видит, контролирует. Сразу начинает свою атаку Бриз. Но им сейчас нужно, конечно же, забивать. И вот контратака сейчас от ЗЗБК. И гол. Цалик Евгений отдает голевую передачу. А Константин Лещенко забивает еще один мяч в этой встрече. Михальцов на Стрельченко. Здесь неточная передача.
Поэтому ЗЗБК будут разыгрывать свой аут. 3-0 у нас сейчас счет на картонном табло. Охременко играл на Михальцова. Константин перехватил Лещенко. Точный сильный удар. Горбач там не факт, что комфортно бы какой-то сейв бы делал бы. Тещенко на Михальцова. Давай, давай! Зуркевич, как цепляется там Вадим? Михальцов сохранил мяч. Не удается такие протолкнуть здесь, отыграть один мяч. Владимир Михальцов забивает на 15-й минуте. Забивает мяч, собственно, не без труда. Но все же. Константин Лещенко на Зуя. Царик. Снова на Зуя. Дмитрий Лещенко. Сюзев. Давай, давай, со своими. Хрим право, Вовочка лево. Хрим центр. Борьба свое. Горбач просто на центр. Роман хорошо принимает мяч, ищет какой-то выгодный пас. Он отыграл на Зубарева, а дальше уже Сергею некуда было особо адресовывать передачу. Вот и вперед направил ее. Горбач. На Сюзева. Охременко. Михальцова. Хорошо комбинирует сейчас Бриз. Лещенко. Дмитрий на Константина. Будут пробовать сейчас разыгрывать. Выждал ту самую нужную паузу. Константин грамотно сыграл. И отыграл на Дмитрия Лещенко, которому ничего не оставалось, как нужно было явно попадать. Сюзев на Охременко. Борется Дмитрий Лещенко. Роман закрывает корпусом. Доступ к отбору мяча. Охременко не принимает здесь, а немножко в спину эта передача. И, конечно же, такие пасы обработать вдвойне труднее, особенно если ты уже где-то там вбегаешь в зону штрафной. Цалик. И тут Цалик забивает гол с передачи Зуя. Очень быстро развиваются события под конец первого тайма. У нас 5-1. Счет на табло, а что говорить? Зубарев. Царик обгоняет, тут хорошо убегает, отдает на Константина Лещенко. Ну а дальше Мазуркевич не смог отдать какую-то интересную передачу. Стрельченко. Да что, да ну, Коль? Цалик. Обыгрались с Константином Лещенко, Дмитрий Лещенко. Снова на Цалика. Попытка разыграть в стенку. Непросто. На самом деле, оба друг друга опекали там в обороне. Зубарев. Не дают комфортно Роману пробить там.
разыграли аут. Бриз. Стреченко Максим на Зубарева. Снова Стреченко. Дается желтым все больше и больше. Я бы так сказал, комбинировать с мячом. Но вот как раз таки завершение улучшить пока что не получается. Тут скорее все интереснее и интереснее на контратаках играет за ЗБК. Сами себя утомляют в данный момент Бриз. В первую очередь за счет того, что нет этих самых завершений. Зубарев хорошо убегает. Удар силы положить столько, наверное, сколько хотелось, не получилось. Спарировать Евгению Прокопцу удалось. Здорово, здорово, давай двигаемся. Салик на Константина Лещенко. Был бы, конечно, чудный автогол, очень красивый, но при этом совершенно не нужен для ЗБК. Сюзев на Стрельченко. Максим на Охрименко. Сюзев. И досадно, но пропускает сейчас. Прокопец-то его мяч полностью, друзья, это мое личное мнение. Ну а Михальцов Владимир становится ассистентом этой результативной атаки. Сына Цалика. Мазуркевич. Горбач. Барвинского. Михальцов. И звучит свисток на перерыв. У нас первый тайм закончился со счетом 5-2. Выигрывает за ЗБК. Прозвучал свисток, и Бриз разыграли. С
собственно, небольшой перерыв. Но посмотрим, как он отразится на игре желтых. ЗБК, как всегда, расчетлив. Не сказать, что сбор команды ЗБК прекрасен. Даже, я бы так сказал, с не лучшим сбором от Бриза, все равно у ЗБК меньше игроков, что, казалось бы, редко в этом сезоне. Оранжевые радовали себя прекрасным сбором, но при этом, когда прекрасный сбор у ЗБК, то игра не всегда ладится. И почему так, я не знаю. Вот проблема как раз таки это качество игры с большим количеством замен. Поддерживать это качество не каждой команде удается. Охрименко. Михальцов. Снова на Охрименко. Стрельченко. Упускает мяч. Владимир. Прокопец будет сбрасывать. Лещенко Дмитрий борется с Сюзевым. Михальцов на Сюзева. Троллирует мяч Владимир. Приходится ему поближе к вратарю своему идти. Без выхода. Ради. Обработал этой передачи. Поборолся Охрименко. А кто дальше поддержит? Даю, Робин, даю. Лево ушел. Вова, лево ниже. Нима! Ай-яй-яй! Сюзев сыграл на Охрименко. Был там, конечно, один Охрименко, но вот обыгрывать как-то и что-то придумывать не получалось бы явно. Слишком организованно ЗБК играет в обороне. Приходится потрудиться сегодня Бризу. Сильный удар в каркас. Мазуркевич на Лещенко Дмитрия. Снова Сюзев. Стрельченко. Понемногу проседает такое впечатление обороны. И как раз таки Бриз все более и более активен. Но вот сейчас открыли они тылы. И 3 в 2. Посмотрим, как ЗБК разыграет. Выложились в этом эпизоде. Корбач на Савчука. Стрельченко Максим. Ребят, не было никакого чирка. Константин Лещенко. Мазуркевич там переводил головой. И сказать, что прям какое-то серьезное касание существенно он сделал. Ну, лево, играйте! Лево! Жек, давай! Стрельченко на Сюзева. Сюзев уходит в центр. Хорошая ударная позиция. И видим, что приходится блокировать своим корпусом Дмитрию Лещенко. Угловой быстро же разыгрывает Бриз. Вот на дальней штанге. Туда, куда адресовывал Роман передачу, никого не было. И касание было игрока команды ЗЗБК. Савчук на Стрельченко. Максим направо переправил мяч. Зубарев. Последняя стрелечка.
Зубрев хорошо, диагонально переводит на Романа Сюзева. И было бы завершение, если бы, конечно, не так тесно и компактно оборонялись сейчас из ЗБК. И опять же Мазуркевич наработал на этот отбор. 2 в 1. Против вратаря, друзья, а не против защитника. И не забивая сейчас за ЗБК. Отложенный пол, оранжевый ем. Хременко, Лещенко. Главами поиграли на втором этаже. Ничему это не привело. Цалик. На Константина Лещенко. Дмитрий. Утебли не убежали сейчас Брис, но оборонялись хладнокровно. Цалик. На Зуя. Вышел на замену Зуй. Не бросаться тут! Вот, Дима! Михальцов. Хременко обыгрался с Михальцовым. Зубарев на Сюзева, Михальцов, снова Сюзев. Навес от Зубарева туда-назад. Едва ли не на Горбача, Хременко сам добежал до мяча, сыграл вот сейчас снова на Зубарева. Ну, креатива какого-то сейчас не хватает Бризу ломать ход игры. 5-2, я напомню, еще 3 мяча целых. Преимущество от СБК есть. Михальцов на Зубарева. Вот сейчас позиционная атака будет от ЗБК. 4 футболиста убегают вперед. Константин Лещенко на Цалика. Ну, тот, по-моему, все-таки давал передачу. Просто вратарь правильно позицию выбирает. И отчасти блокирует симпатичный прострел. И Кольцов на Хременко. Хременко на Стрельченко. Классный розыгрыш Бризу сейчас удается. Ну, может быть, этот замах был лишний, я не знаю. Зуб лево! Зубарев на Горбача. Зуй перехватывает. Мазуркевич боролся. Немножко не хватило там прям завладеть мячом. Сергей перевел мяч на Владимира. Михальцов возьмет ли игру на себя? Нет, решается просто бить. Предсказуемое решение оказалось. Отложенный оранжевый ем. Цалик. Горбач хорошо, быстро же врывается. Вот сейчас сбрасывает на Хременко. Не идеально принял этот мяч. Поставил там ноги Цалик на самом деле. Именно поэтому и стало решение судьи не давать здесь пол. Спокойно,
Назад, блядь, сюда. Да, ставим. Давай далеко. По цветку. Добирай спину. Стрельченко отыграл. На Сюзева, на Михальцова. Быстро же хотел перевод делать Охрименко. И там, там остались, по своим. За своими ближе. Лещенко, Константин на Дмитрия. Молодец, конечно. Горбач не самый удобный удар, но совладал с ним. Сразу же вперед бросил Охрименко. Хорошо бегает. И удара там не было, и паса в итоге. 2-1. Надежно. Снова Горбач выручает. Тут вбрасывает на Охрименко. Лещенко. Константин. Михальцов. На Охрименко. Салик. Сзаду под К. Он обижал. Чисто давай со своими сюда! Прокопец. Сюзев на Стрельченко. Желтую карточку у нас получает Лещенко Константин за искренние эмоции. Я какое-то время не комментировал этот момент. Сам оценивал, сам смотрел, что происходит. Играть примерно 7 минут. И командам сейчас, конечно же, ну, команде ЗБК это на руку время. А вот Брис пока что пытается нащупывать какие-то коридоры выгодные для передач, дабы завершать свои комбинации. Все ближе и чаще они оказываются у ворот, но продолжу я ту тематику по поводу завершения. Немножко не хватает хороших завершений. Вот Савчук сейчас только что мог исправить и переубедить меня в моих словах, но опять же, чего-то не хватило. Лещенко. Дмитрий на Константина. Все, со своими, зубчик встречаем. Отыграли на Цалика, чуть сушат сейчас игру и правильно делают гости этой встречи. Сюзин на Савчука, Зубарев, жестко достаточно, казалось бы, Зуй пролетает. Прости, замороз.
Ребят, сделайте замену и продолжаем дальше. К сожалению, Зубарев под вопросом, сможет ли продолжать игру. Видимо, стык голень в голень, и для него как раз это закончилось хуже, чем для Зуя, который достаточно жестко выбивал мяч. И Максим, проведите замену, продолжаем бат. Лучше там обрежется, чем здесь. Лево ниже. Пойди, что ты стоишь, Володя! Ворот! Пойди, чуть, гляну, гранату. Фельченко. Сыграл на Савчука. Савчук на Сюзева. И у нас забивает сейчас Савчук. Вот как-то так, друзья. Не знаю, эта пауза, по-моему, повлияла прям всерьез на Бриз. Лево ушел, встречка. 5-3 у нас на табло сейчас. Злой. Перехватывает, сыграл на Лещенко. Чисто и ты дивитесь, блядь. Ну шоу, Кость, оставься, чтобы, блядь, я их бы побитых. Не туда, не туда ты. Лещенко. На Хрименко. Контролирует Сергей мяч. Сбросил на Максима Стрельченко. Снова Михальцов. Мельчат с передачами, но при этом все получается сейчас у Бриза. И касание, как мы видим, Прокопца. Там было угловой удар 5-3. Я напомню, что счет на данный момент... Лещенко. Горбач. На Сюзева. Сюзев на Зубарева. Кольцов, классное открывание, врывался он в зону, а Хрименко ставит жестко корпус, ну и пробивает на самом деле не в ворота, а давал передачу, а лучше бы бил в этой ситуации. Мое личное мнение. Зуб, право!
Охрименко на Зубарева. Зубарев на Михальцова. Комбинирует Брис. Им нужно торопиться однозначно. Время-то идет. Нужно уточнить будет у судей, сколько осталось до завершения этой встречи. На данный момент 2 минуты всего лишь остается у команды Брис, дабы изменить ситуацию. 5-3. Я напомню, что счет. Им нужен сейчас 4-й мяч. Однозначно. Сюзев. Классно простреливал. И Зубарев открывается и забивает гол. Казалось бы, не вернется уже в поле. Но, видимо, повреждение не настолько было серьезным, раз смог продолжить. И в данный момент 5-4. Вперед! Конечно. Лещенко. Горбач. Перехватывает. Игра диагональная передача на Сюзева. Попробовал тот бить. Лещенко Константин заблокировал. А вот. Иди. Лево, Димочек. И невероятно, но только что супер шанс для Бриза. Не забили. Зуй. На Константина Лещенко. Давай, такой же, как и на мне. Оранжевый вводим. Охрименко. Кто? Хорош, все. Там, давай, влезь! Снова Охрименко на Зубарева. Комбинирует Брис. Сейчас момент у них есть. Дважды пробивали и забивает Стрельченко Максим. С развороту. Вот так бывает, друзья. Сравнивает счет Брис сейчас. На добивании. Давай, лицо! Есть! Джи! Бля, мяч не попал. Ну что, не? Давай, закрыли. Джи, ну давай, 20 секунд уже. Давай, давай, пальчики со своим. Сюда. Проси 5. Внимательно там. Право, правее. Вместе, замкните, станьте вместе. Не гадь, не гадь. Желтая, о. У него бывает! Ну ты что, не надо, чтобы, блядь, без листа было. Цалик получает красную карточку, друзья. Потому что удар был без свистка. Артур, я один в один выхожу, чудак меня толкает, даже фола немає. 10 номер. Дай мне. Зуй на Лещенко. И звучит свисток. 5-5 у нас финальный счет с этой встречи. Ничья, друзья.